Всем здравствуйте. Проводим работу над ошибками. В общем, это у меня пол в моечной в бане. Почему я его вскрыл, разобрал и сейчас буду переделывать? Объясняю. Когда заказывали баню, мы хотели иметь мокрый теплый пол. Ну, чтобы можно было тут мыться, поливать тазиками и т.д. и т.п. Но, пересмотрев кучу вариантов, да, и как бы вроде сами тут такое решение приняли, сделали следующим образом. На черновой пол мы насыпали керамзит и все это заселили обычной доской половой, там с небольшим зазором, да, грубо говоря, чтобы вода туда стекала. Но тут такая проблема возникла. Очень сильно стало сквозить. Летом это было незаметно, с наступлением осени и зимы очень сильно сквозило. И невозможно было ничего протопить. В общем, вскрыл полы, все это дело убрал. Вон там остатки керамзита валяются. Значит, сейчас будем все это переделывать. Что хочу сделать, значит, нарастить черновой пол, то есть опустить от оградочного бруса еще сантиметров на 10 его вниз. Вот. И после этого, значит, сделать полы с уклоном в центр. И застелив это пеноплексом, а сверху ЕПДМ-мембрану. Вот, соответственно, по центру будет воронка. Как это будет работать, в принципе, догадываюсь, да, ну, понятно. Смотрел тоже много видео. Кто-то делает там с желобом, кто-то делает от начала до конца с двускатным уклоном. Но вот решил попробовать сделать так, потому что сквозняк дикий. Хочется иметь нормальный теплый пол, соответственно, чтобы из сауны вышел. И сразу ополоснулся. Без всяких там душевых поддонов, душевых кабинок и прочее. Потому что это все-таки баня. Бане хочется, чтобы была баней. А не как там тут погрелся, там помылся в душевой кабине. Это не то. Вот. Ну, в общем, как-то так. Как сделаю, так сниму отдельное видео, расскажу. Там сам пирог, что мне получилось. Слои все. Вот. Для себя выбрал это, ну, считаю, самый бюджетный вариант, что может быть. Без там заморочек всяких там с листами железа и прочее. Вот, все-таки от железа тоже холодит, я считаю. Посмотрим, что из этого получится.